Что такое децентрализованные финансы? Каково их место в общей криптоэкономике? Что такое блокчейн, криптовалюты, криптотокены? Вся прибыль, которую на традиционных рынках забирают себе посредники, банки, биржи, страховщики, хедж-фонды в DeFi принадлежат нам самим. И риски, все какие есть, тоже наши риски. Уровень доходов в DeFi на порядок превосходит любую мыслимую доходность в TradFi. По мере того, как биткоин набирал популярность в мире, а его цена в долларах росла, стали появляться все новые и новые публичные блокчейны со своими собственными криптовалютами. И сегодня их количество исчисляется уже тысячами. Публичный блокчейн всегда полностью открыт. Он децентрализован и никому не принадлежит. Вот подобная однонаправленность криптовычислений является гарантией того, что наши активы всегда остаются в безопасности. Самый удобный аппаратный кошелек на компьютере – это Trezor T. Вы видите, как много сегодня существует различных направлений в DeFi. Ультрамодное сегодня понятие криптоактив, о котором все говорят. Например, AVAX USDC или FTM MIM. Что это значит? Вы уже знаете, что AVAX и FTM – это криптовалюты блокчейнов, соответственно, Avalanche и Phantom Opera. Вот тут у вас должна появиться такая тревожная догадка. А откуда берутся реворные токены? Вот между тем, в DeFi кредитные площадки последних поколений, они превратили займы, приносящие доход, во вполне обыденную практику. То есть мы видим, что в данном случае обещанный доход подтверждается реальной продуктивной активностью криптопроекта. Здесь мы шаг за шагом пройдем алгоритм открытия позиции на одной из проверенных временем площадок доходного фермерства, а затем перенесем эту позицию в сейф оптимизатора. Опция Chains. Кликаем на название любой криптосети и видим окно, в котором представлена общая статистика по параметру Total Value Locked. Тем не менее, площадка пользуется спросом и доверием, что видно по ее размеру. Объем привлеченных в данный момент активов более 2 миллионов долларов. Мы к этому еще вернемся на практике. Но пока дам теоретическое вам объяснение одного очень тонкого и хитрого момента. В поле From мы указываем сети, с которой мы хотим перенести наш актив в другое место. Polygon. В поле To, куда? Указываем сеть, в которую мы направляем наши токены. Кронос. Теперь ожидаем получения замечательной доходности без рисков запредельных ценовых колебаний на рынке.